Напряженная обстановка в пакистанской столице Исламабаде. Сторонники оппозиционной партии Техрик-и-Инсаф вышли на улицы в знак протеста против ареста активистов и запрета властей на проведение любых политических демонстраций в течение 2 месяцев. Лидер Техрик-и-Инсаф Имран Кхан призвал пакистанцев выйти на массовую акцию 2 ноября с требованием отставки премьера Наваза Шарифа, чьи родственники оказались фигурантами так называемого «панамского досье». Кроме того, оппоненты обвиняют Шарифа в коррупции и фальсификации на выборах. «В то время как наша нация поднимает голову, я бросаю вызов правительству», — заявил Кхан. «Создавайте больше полицейских отрядов, делайте, что хотите, но вы не сможете остановить потоки людей 2 ноября. Вы никогда не остановите их». Сторонники оппозиции также провели демонстрацию в городе Равалпинди в 20 километрах от Исламабада. Участники акции вступили в столкновение с полицией. Стражи порядка летели камни. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ. О пострадавших не сообщается. Несколько человек были задержаны.